Новый арт-объект появился на главной аллее Центрального парка имени Белоусова. Шестиметровый шар «Зеленая планета». Его презентовали туликам представители Министерства экологии и природных ресурсов региона и коллектив тульских парков. На месте привычного туликам чудо-дерева – большой зеленый земной шар. Открытие приурочено к Году экологии в России. Внешний вид конструкции – идея коллектива тульских парков. А вот над ее воплощением в жизнь подрядчикам пришлось потрудиться. Объект конструктивно он непростой, это алюминиевые специальные профили, применялось два вида искусственной травы. Естественно, этот объект высвещается с разных сторон, в том числе и снизу, из боковых сторон, поэтому он будет виден не только днем, но и вечернее, ночное время. На создание «Зеленой планеты» ушло около месяца. Прежнюю конструкцию «Чудо-дерево» было решено сохранить. Ее демонтировали и перенесли на территорию детского городка. Тулики оценили новый арт-объект. Прекрасно, очень красиво. Вот достал телефон сфотографировать. Та экспозиция была хороша, но она нашла свое место. Эта экспозиция, как бы парк развивается дальше, тем более год экологии. Я только из-за нее здесь сегодня. В рамках мероприятия перед «Зеленой планетой» прошел праздничный концерт. А затем все желающие смогли поучаствовать в викторинах, посвященных экологии. Ленара Кучукулова, Тарас Якимов, Тульская служба новостей.